Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы споете нам? Я спою вам армянскую песню. Ну, готовы? Давайте, начинайте. Исполнение. Но немножко какой-то дрожь была в голосе. Это одно из ее таких фишек, мне кажется. Да, это была вибрато. Да, это была вибрато. Да. Наверняка ты знаешь наипопулярнейшую певицу нашей страны Макпалу Сабекову. Да. Вот я что-то схожее сейчас ощутил по... Ты такая очень... Такая в хорошем смысле... Скромная, простая девчонка, которая замечательно поет. Спасибо. И очень элегантная в то же время. И делаешь это прекрасно. Я желаю тебе только удачи. Это было круто. Спасибо большое. Аида, у меня такой вопрос к тебе. Почему ты так хорошо поешь эту песню? Спасибо. Молодец. Не важно, какой язык. Важно, какой талант. Талант есть, я говорю да. Спасибо. Мой ответ – да. Спасибо. Я тебе говорю – да. Спасибо большое. Я тоже говорю – да. И у тебя 4 «да», и ты проходишь на следующий. Спасибо. До свидания. Мне очень интересно вибрато. Она, это ее прям. Это армянские это. Вот эти мелизмы, да? Ну, а, нет, у нее вообще природно. Она будет следующей песней петь, у нее этот вибрато будет. Но она не такая вибрато, как вот некоторые бывают, там начинают петь. Вот это, блин, ну это вообще ужас, да. Когда режет слух. А у нее такое очень красивое, она такая хорошая. Талантливый человек талантлив во всем. Просмотреть видео – это тоже талант. Будьте с нами.